Всем привет, с вами я, Никита Равоенко, OG Равоенко. С нами Global Citizen будет Серега за нашей съемочной там камерой. Колян с нами. Колян будет отжимать мой, собственно говоря, багаж. Run. Так вот, будем снимать пранки. Будем снимать социальный эксперимент, да, на то, как люди спасут мой багаж или нет. Где-то он есть? Не, я просто беру это багаж, но сейчас не Подкололи мы. Для сала, молодец. Колян, как ты до такой жизни докатился? Взрослый дядька, с детьми бегаешь, чемоданы воруешь. Заставляет видеть чемоданы. Серьезно? Кто побежал? Кто побежал? Что ты, о чем? Так а где чемоданы? Стойте, пацаны, стойте, стойте, это Фред. Стойте, стойте. Развели, развели, пацаны. Красавчики. Красава, пацаны. Да-да-да, это свои, свои, свои. Красава, ребят, блядь. Молодчайки, привет, Салюка. Привет, Батуля. Здорово. Да-да, вы видели? Ты так, да не, прэнк, прэнк, блядь. Красава, молодцы, ребят. Спасибо. Вот. Так что наш старый Ригу защищает правые рексисты. Если что, готов вам всегда прийти на помощь, обращайтесь. А вы гитарист, да, ребят? Прикольно. Давно играете? Что? 2 года? Да, будем играть, прикольно. Как хорошо станет. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Вот, постояли, поржали над тобой, бля. Ну, прекрасно, все. Ладно, пошли на... Фу, автовокзал снимать? Давай.
Коляся, ты не устал, родной? Старость, старость дает о себе знать, да? Может, давление тебе померить, Ален? Да ладно, давай, что-то Кроме отчаянных комментариев, тут тоже никто ничем не помог. Но комментариев было много. Где можно все? Почему люди вот так вот, ну... Ну все, была реакция нормальная. Да нет, ну какая? Вот, если бы я видел, что ворует чемодан, я бы просто догнал и еще бы с фронта бы залетел. А тут, ну что это такое? Ну вот, письмо было, если бы он быстрее меня бегал. Ну что бы, люди, не будьте такими, ну, безразличными, как все. Надо относиться ко всем, как к себе. Тогда мир поменяется, ребят. Ну, некит, друг никогда в беде не бросит, не? Ну, Колян, нормально, не успел тебе дать. Красавчик, настоящий защитник. Итак, друзья, что, мы опять на базаре снимали пранки. Ну, конечно, в старом городе тоже, в Риге пытались тоже сделать. Но, что могу сказать, реакция людей на то, как у меня ворует чемодан, мне вообще не понравилось. Очень мало людей побежало. То есть, ну, люди, не бойтесь делать какие-то поступки. То есть, совершайте какие-то. Ну, это доброе дело, если бы кто-то побежал за чемоданом, реально попытался вернуть. Ну, а так, ну, не один. Ну что, я не понимаю. Или вы все так ждите, ходите, что это пранк, я так не думаю. Поэтому, в любом случае, люди... Помогайте, будьте добрее. Вот так вот чемоданы уходят.